успеху пришли, точнее, прикатили. Крикнуть таким, заснул там, что ли, на своем корыте, как-то язык не поворачивается. Виновниками небывалой пробки в британском Бирмингеме стали сразу 5 элитных машин. Пробку из Ламборгини тут оценили примерно в 1 000 000 фунтов, это на минуточку 84 миллиона же в рублях. Вот эти яркие красавцы стоят посреди проезжей части, будто тут им самое место. Стоимость одной такой машины в среднем 200 тысяч фунтов. Это примерно 260 тысяч в долларах. Выяснилось, что своих железных коней побросали гости свадебной церемонии, которая проходила поблизости. Видимо, владельцы роскошных авто были уверены, что обычные правила парковки на них не распространяются.